Друзі, ми повертаємося в нашу бадьору ранкову студію, і ні для кого, от взагалі не секрет. Приходиш до магазину, бачиш річ, на перший погляд вона тобі не потрібна. Але все одно, як не крути, ти її потім береш, несеш на касу, купуєш. І от тепер важливе питання, як же ж не піддатися на всі ці спокуси, нам розкаже наш сьогоднішній гість Стас Моторний, експерт з нейромаркетингу. Привіт. Здравствуйте. Доброго ранку. Привіт. Так, давай почнемо з тобою з найголовнішого. Маркетинг править нашим світом. Але між маркетингом та нейромаркетингом є різниця. Розкажи, в чому? Ну, хорошо, давайте начнем с самого начала. Так. В принципе, как маркетинг появляется в жизни человека. Так. Если очень по-простому там, и опуститься до самых низов, то первые какие-то взаимодействия человека вот с вот этим начинаются еще в детстве. То есть, по сути, когда родители там впервые говорят ребенку, например, не кричи, мы дадим тебе конфету, это своего рода уже маркетинг, то есть они как бы продают, продают идею. Вот, нейромаркетинг — это одно уже из, как вы сказали, ответвлений, наверное, маркетинга, который сейчас, которое основывается на глубоком анализе реакции мозга и других... сопутствующих таких... Да. Реакции человеческого организма на определенный раздражитель. Угу. То есть, допустим, выходит какой-то новый продукт на рынок, и в классическом каком-то подходе анализируется это следующим образом. То есть набираются, допустим, там фокус-группы, проводятся какие-то опросы, набираются эксперты, угу. которые, ну, маркетологи, там, UX-еры и тому подобное, которые, в принципе, анализирует это на первичном этапе там, до выхода продукта, после выхода продукта, анализирует реакцию людей, опрашивая их в первую очередь, и анализируя уже какие-то первые показатели продаж. В случае с нейромаркетингом немного по-другому. То есть идея с фокус-группами, там, с первичным анализом все равно сохраняется, но при этом исследователи заглядывают человеку в мозг. Как это работает? Ну, в мозг, там, в его реакции. Полностью уже туда проникают. Да, то есть мы не просто спрашиваем человека, там, а нравится ли вам это и тому подобное. Потому что люди очень часто говорят одно, но делают другое. Да. Это могут быть разные причины. То есть, например, там, какие-то общественные нормы, которые не позволяют людям прямо сказать, вот это мне нравится, там, а это не нравится. Вот. А в случае же с нейромаркетингом мы можем посмотреть на их реакции на более низком уровне. То есть, допустим, как это работает? Мы надеваем на человека ряд датчиков. Так. Допустим, это электроэнцефалограф, это айтрекер, это устройство, которое следит за взглядом, куда фиксируется взгляд. Это датчики, анализирующие пульс, анализирующие микровыделение пота. Ну, не такие там прям, вот как у меня сейчас, а на уровне, когда человек это даже, ну, реально не может контролировать. Ну, это похоже чем-то на полиграф классический. Вот, собирая все эти первичные данные, мы их можем потом проанализировать. Для этого есть там ряд методологий, автоматизации. Мы вот сейчас, например, разрабатываем там собственные решения, которые позволят это автоматизировать и делать быстро, в больших объемах и более точно, чем когда это делает отдельный человек, ученый. Вот. Собирая эти реакции, в случае, например, с электроэнцефалографом, это волны, которые испускают нейроны. То есть вы понимаете, это то, что там, например, в обычной ситуации там невозможно проанализировать, когда человек в магазине. Вот. Но с помощью этих всех устройств это как бы можно собрать эти данные, интерпретировать их и получить такие, например, показатели, как вовлеченность человека, фокусировка его на продукте каком-то, его более тонкая реакция там, на цвет упаковки, на что-то. То есть почувствовал ли он возбуждение или еще что-то. При этом сам человек может даже не осознавать вот этого всего. Знаєте, мені цікаво, я так розумію, що є, наприклад, десь 3-4 таких вектори: це зір, нюх, якби нас, так, якийсь дотик. Що більше спрацьовує у покупців? Тобто вони одразу побачили, і це сильний, якби такий потужний удар по їхньому бажанню щось придбати. Чи це ж таки, як в одній мережі їжі, та ти чуєш аромат, і одразу хочеться її придбати? Що більше спрацьовує на нас? От це хороший вопрос. Давайте попробуємо чуть далі зайти, опять же. Давайте. То есть можно поделить несколько разных там моментов, когда человек хочет что-то купить. Классический момент, это мы, который рассматривается вот в первую очередь, это импульсивные покупки. То есть человек приходит в магазин, увидел, как вы говорите, унюхал, услышал и, соответственно, может сделать какую-то покупку. Но есть там еще и другой уровень, то есть более высокий, когда у него есть какая-то мотивация наперед.
То есть он заведомо имеет предрасположенность к чему-то. И вот в идеале маркетинг работает, ну, полноценный вариант, это когда мы можем вот эти предрасположенности сочетать с импульсивными. Ага. Да, ну, это вот тот момент, когда можно наиболее там тонко и удачно что-то продать. Ну, конечно, там, когда человек приходит в магазин, мы об этом не знаем, там, что он хочет и что нет. Это уже работа как бы другого уровня маркетологов. Шановні глядачі, зараз звертаюся до вас. Ми спіймали людину для того, щоб максимально дізнатися всі такі тонкощі, розповісти їх вам, і щоб ви все ж таки знали, як можуть на вас впливати, що може на вас, якби так, вас вхопити, що може, знаєте, заволодіти вашою увагою, і в якийсь момент ви просто відключаєте свою свідомість і такі, оп, хочу це придбати, а насправді не хотіли. Тому зараз у вас є унікальна можливість. Так. Я так трішечки, да, я, знаєте, хотіла стати дуже таким вірним другом глядача, так, да, і вхопила. Так, мене просто завжди цікавило ось це, знаєш, реакція людини, коли по собі відчував, ну, і я знаю, що ви теж так робили. Приходиш в магазин, ти спочатку начебто дивишся, знаєш, якась яскрава пляма. І типу тобі не цікаво. Проходить буквально 3 хвилини, ти до неї повертаєшся до цієї речі. Так, так, проходить ще 15 хвилин, і ти вже з нею на касі. Ось це нейромаркетинг, наскільки. Ну, на самом деле, бувають же якісь паттерни, які можна воспроизводить непосредственно без. Так. Ну, без вот этого всего оборудования, без процесса изучения. То есть, например, там товары прикассовые. Это понятное дело маркетологам, понятная история. И их как бы не нужно там проводить 1000 исследований, чтобы определить, что там жвачка лежащая там, на кассе или еще что-то, что ее точно так или иначе купят, и на ней будет фиксация, просто потому что человек там замедляется возле этого места. Есть также там направления, когда, например, определенным образом расставляются товары, полки в магазинах, чтобы человек проходил определенный маршрут вдоль определенных товаров, и к моменту подхода к определенному месту он уже захочет взять то, что там стоит. Вот. Для таких как бы моментов уже существуют определенные взгляды маркетологов и паттерны, которые там изучались еще в те времена, когда вот за людьми следили, например, люди с анкетами, там, и записывали, зарисовывали прямо, как они ходят. Так. То есть я в таких когда-то тоже компаниях работал. Это был интересный опыт, но, конечно, это совсем другой уровень. В нашем же случае речь идет больше о том, что позволит новому продукту или продукту, который меняется, там, заведомо выйти удачно на рынок. То есть сделать так, чтобы на него точно посмотрели, где бы он там ни стоял. Ну, понятное дело, тоже влияет, но не так критично. И наилучшим образом отреагировали на него. То есть... Есть такое мнение там, по поводу нейромаркетинга, что точно можно определить, например, это понравится человеку, это не понравится человеку. На самом деле там есть тонкая грань. То есть мы можем определить это тенденциозно, но на самом деле главное при выходе товара сейчас, вот, по крайней мере, это выпасть из общего шума. То есть, допустим, когда выходит, например, новая сладкая вода или еще что-нибудь, или появляется какой-то там новый сайт объявлений, ну, неважно, любой продукт, клип опять же, клип это вообще идеальный пример. А если он будет посредственным, то каким бы он там ни был, хорошо сделанным продакшеном, ну, посредственным не в плане там качества. Так, а визуалу самое? Яскравых цих плям? Ну, сочетание, там же сочетание музыки, сцен и тому подобное. И самое главное, сделать такой продукт, который так или иначе нашумит. Поэтому определенного рода исполнители очень часто создают там, например, сомнительный контент, но они хайпятся, у них огромная аудитория. Ой, за рахунок чого. И людям даже не нравится эта музыка, может не нравится сознательно. Или там то, что они видят. Но работает, да, вот эта вот ситуация. Это значит, что... маркетологи этого продукта, там, продюсеры или отдельные команды, очень хорошо сработали. Часто они работают интуитивно, часто они работают вот с такими сервисами, певні стратегії, как мы. Да. Слухай, Стас, ми з тобою, знаєш, плавно перейшли до того, а як же ж все ж таки не піддатися на спокусу нейромаркетингу і не придбати те, що тобі не треба, просто зекономити гроші? Это хороший вопрос, как бы он многих людей касается. Тут опять же можно разделить это все. Сейчас там на Западе очень популярный подход, когда людям стараются не продать ненужный товар, а продать именно нужную услугу или хотя бы преподнести это так. При этом очень часто там, ну это касается больше там интернет-сферы, очень часто преподносится таким образом, что мы как бы хотим защитить вас от неправильной покупки. Это касается маркетов телефонов там, и так далее, где
там, поставьте много защит, вы там сильно долго играете, вы там сильно много покупаете, ну, к этому все идет. Так. Но на самом деле там есть методики, какими они тоже заворачивают. В реальности же это, конечно, сложнее, потому что на человека воздействует вся мощь науки, наверное, это уже можно точно называть наукой. Там. Это же психология по факту. Ну да. А ще ці знижки. Знижки, да. Знижки то вообще, конечно. Жах просто. Я заходжу там за якимись крупами, а виходжу з цукерками і шоколадками. Ну це можна, так скажіть. Ну за що? Да, это очень сложная тема. Здесь, конечно, ну, одним из немногих путей, которые помогут человеку как бы это предотвратить, является планирование того, что ему нужно. Ага. И, наверное, ограничение каких-то трат. Это, конечно, неприятная тема, там люди это не любят, особенно когда они вот видят, что я сейчас могу купить и сэкономить потом. Но часто это бывает иллюзия, и очень важно вот оставаться в этих рамках. Лично для меня, ну, если мы говорим об импульсивных покупках в магазине, лучшим вариантом является планирование наперед, что надо купить. То есть я прямо вот сижу, записываю список там, и только тогда иду. Если же я пойду в магазин, например, спонтанно, так, голодный там или еще что-то, то я, ну там не только об акционных трибунах будет идти речь. Это касается, кстати, там ресторанов точно так же. В ресторанах немного по-другому это тоже работает, но... От, до речі, це дуже важлива тема, як в ресторані не замовити те, що ти потім не з'їси, бо так часто люди роблять, так. Ну, як би йти наєдиним в ресторан – це плоха ідея, да, наверное, і безсмислена абсолютно. Поэтому, наверное, нужно как бы концентрироваться на каких-то привычных паттернах. Если вы идете там не экспериментировать с блюдами какими-то, это какой-то там не новый ресторан, какой-то очередной восточной кухни, а какой-то вам привычный, то вы так или иначе можете примерно оценить, что бы вы съели дома и для того, чтобы наесться. И, конечно, в ресторанах есть мнение, что туда там добавляют в том числе вкусовые добавки или еще что-либо, что способствует вашему. И атмосфера, которая создается там, ну, многие рестораны вплоть до музыки заморачиваются, да, которая стимулирует вот это общение, медленное поедание. Або швидше поедание. Да, это, кстати, тоже момент. То есть быстрое поедание – это то, что способствует большому количеству, потому что для насыщения должно пройти там достаточно много времени. И как бы, придя в ресторан, вы можете заказать одно блюдо, допустим, медленно его поесть и потом решить, а может я закажу еще одно блюдо. Если это не какой-то там особенный вид шашлыка или что-то долго готовящееся, то это вполне себе реалистичная история. А в фастфуде, конечно, сложно. Там вам предлагают комбо-меню. Эти комбо-меню всегда нарисованы в нужных местах. Они нарисованы особым образом. Если вы посмотрите на еду, которая нарисована, она кажется какой-то невероятной, но фантастической, созданная самими богами. И больше, чем в реальности, до речи. Больше, она красивее, но если вы хотите раз и навсегда от этого избавиться, можно найти в интернете ролики, как фотографы создают эти кадры. Как правило, эта еда сделана совсем не из еды, используется что-то совсем другое. Ну, сейчас, конечно, там компьютерные технологии рисуют там бокалы с алкоголем или еще с чем-то, не связанные вообще с этим. Я задала одну историю, как хлопчик переді мною замовляв фастфуд, а на картинці був такий великий, ну, ходок чи щось такого плана. І ціна там щось була 37 гривень. Він такий, боже, такий великий, щас як візьму, школяр якийсь. Він бере його на касі, і йому дають ось такого курдуплика. І я стою позаду теж за цим хот-догом. Я просто розвертаюся і уходжу, а малий набирається сміливості, каже, а чого він, каже, такий малий? Ну, маленький, каже, на картинці він був великий. І хлопець не знає, що відповісти, такий, ваш чек. Я просто розумію, що я теж чуть втрапила на цю пастку. Це неудачна демонстраційна версія. Вони, мабуть, думали, що вони його куплять, і потім куплять щось побольше. Ну, це, звісно, негативний опит оставить. Ти сказав про те, що, якщо ми кажемо зараз про фастфуд, що всі меню наклеєні в певному там просторі, так? Це знову ж таки орієнтується на людське око. Да, воно дивиться і от чітко воно повинно дивитися на це меню, на це і на це. Конечно, то есть я когда-то був в заведении, в которых ещё не были готовые бигборды. Ну, они не бигборды, господи, эти рекламные баннеры. Они тогда еще не было экранов, как сейчас. Сейчас это, конечно, другой уровень. И они уже активно продавали еду. Я просто не знал, куда мне направить взгляд. То есть я привык над кассой, допустим, искать эти самые там комбо-предложения, там чуть-чуть сбоку искать детализацию, ну и тому подобное. И хотя бы увидеть, что там продается. Это создает... это не только важно, чтобы продать, но это уже важно и покупателям. Потому что на самом деле люди, они же там...
за все время, вот, которое живут, как воспринимают масс-культуру, знакомятся с миром, у них уже формируется массовое и индивидуальное вот это вот восприятие мира. И для людей тоже важно увидеть именно там этот бургер, именно там меню и тому подобное. И тут уже как бы заложниками являются и те, кто дает эту рекламу. Ну, то есть вот такой интересный момент с обратной стороны. Потому что если ее там не будет, то люди могут там не захотеть не купить не потому, что она плохая или ее нет, а потому что они просто не нашли то, что искали. Або ще інколи буває така річ спрацьовує, знаєте, коли ви побачили, знаєте, що вже замовляти, але потім його немає на очах, а ти вже якби почав говорити «а», і тобі незручно сказати, що ні, я передумав, і ти все одно якби купуєш. Тоді може спрацювати з двох сторін ця ситуація. По першу чергу, хочу сказати вам величезне дякую. Ви відкрили сьогодні для нас багато таких закулісних тем. Тепер, коли я буду йти до супермаркету, я буду ще ретельніше писати свій список і намагатися уникати знижок. Ну і взагалі, краще закривати свої очі, закривати свій нюх та і просто йти на помицький магазин. Щиро вам дякуємо. З нами був Стас Моторний, і ми говорили про те, як зекономити ваші гроші, коли ви йдете за покупками. Ну що ж, тепер ви точно знаєте, як підтримувати своє тіло у спортивній формі, яку музику вам краще обирати для своєї вечірньої прогулянки або ж просто відпочинку. А для того, щоб завжди бути з нами, підпишіться на наш YouTube-канал «Правда тут». Не забувайте написати класний коментар, поставити палець догори і увімкнути дзвіночок. We'll be right back.